Представляю боксеров. В красном углу Дмитрий Баранов, Липецкая область. В синем углу Владислав Урядов, Москва. В синем углу готовится к продолжению боя Дмитрий Баранов, Липецкая область. Он 1998 года рождения. Боксом занимается 4 года. За это время провел 30 боев, в 27 из них одержал победу. Является победителем Липецкой области, а тренируется под руководством тренера Калмыкова. Дмитрий Баранов, красный угол.
синем углу готовится к продолжению боя Владислав Урядов, Москва. Он 1997 года рождения, кандидат в мастера спорта. Боксом занимается 3 года. За это время провел 52 боя, в 46 из них одержал победу. Провел одну международную встречу, в которой вышел победителем. Является победителем турнира Бориса Николаевича Грекова в 2012 году и финалистом первенства Москвы в 2013 году. Тренируется под руководством Сергея Зеленина. Владислав Урядов, «Синий угол». К выходу в ринг приготовится 11-й паре Юрий Бафанов, Орловская область, Владислав Костенко, Воронежская. 11-ю пару обслуживает бригада в следующем составе. Рефери Корчагин, судьи сбоку Никуленко, Шахтахтинский, Шишенин, Домашев, Толмачев. А в этом бою победу одержал Владислав Урядов, Москва.